День добрый, с вами Депрессия, и это еженедельный обзор событий в лучшей браузерной игре Наруто Онлайн. И встречает нас Мадара Дзентюрики Девятихвостого, очередное обновление. На самом деле обновления какие-то у нас набирают безумный ход, и каждую неделю выходит что-то новое, и в большом на самом деле количестве. До сих пор не понимаю, почему эти ебанаты на форуме ноют, что все плохо, они какие-то ебанутые, блядь. И давайте посмотрим, какие же события нас сегодня встречают в игре. И встречает нас возврат за платежи, событие длится месяц, и по сути его смысл прост – показать различия между успешными шиноби, они же сотрудники Газпрома, и простыми крестьянами. Дальше у нас идет распорядитель, советую здесь брать БМ, это зелье, и дальше вы решаете или Сакура, или Конан Кимоно, в зависимости каким строем собираетесь в будущем играть. Следующее наше событие – это фестиваль. Набираем также БМчика. После этих предметов уже, по сути, плевать, что брать, берете, что нравится. Разбивание яиц – событие полное говнище, поэтому можно даже не смотреть и не советую сюда вообще даже заглядывать и что-то тут тратить. Ежедневный возврат расходов – неплохое событие, учитывая, на этой неделе есть кошельки. Тратимся в кошельки и забираем отсюда все награды. Следующий – магазин Канохи. Единственный лот, на который советую обратить внимание, это набор зелий развития, 150 зелий в день, почти 1000 за неделю, и учитывая, что это за купоны. Дальше у нас светлая полоса, самая хреновая рулетка на ру, которую я вообще знаю, сюда что-то тратить я не советую вообще. Возврат за призыв, отличное событие, опять эти классные коробки, где мы можем выбрать призыв на выбор, советую тратить 10 или 50 свитков призыва, если у вас их прям очень много, можно соточку закинуть. Дальше нас встречает Наруто Дарума, отличное событие для фри-ту-плей работяг, плюс нам завезли сюда книжки, наконец у нас тут теперь будут книжки, а не 2-3 фрагмента бесполезных ниндзя, и по книжкам у нас походу все данзо, да, все данзо будет. Учитывая, что данзо прорывается с 3 звезд, я считаю это вообще замечательно. Можно будет даже им попробовать поиграть. Также не забываем крутить один раз рулеточку за 100 купонов каждый день. Потому что поле хорошее и все награды минимум соточку стоят. Если упадут амулеты, будет вообще жирно. Возврат за наем. Тратим снова 200 свитков, получаем 5 фрагментов на рут Ашуры и становимся сильнее и ближе к самым ебанутым строям, которые есть и будут на ру-сервере. Только самое главное, не перепутайте, в какую из коробку вы будете тыкать. А то протыкайте в каги, а каги тут не учитываются. И следующее наше событие, это веселые пазлы. Сюда снова завезли купоны, плюс тут есть Сакура Лето, отличный ниндзя. То есть просто шикарное событие для фри-ту-плей, для и вообще для всех игроков. 7 фрагментов Сакура Лето на халяву, это нормальная тема. И одно из последних наших событий, это магазин очков. Для фри-ту-плея маргиналов одно очко за вход, 15 максимально с блицов, то есть 16 у вас будет. Советую брать камни слизня. По сути, больше тут-то брать-то особо нечего, остальные все ниндзя не актуальны или не нужны. Можно еще с купонов на тренировку набрать. И последнее наше событие, это кошельки Наруто. Здесь все как всегда хорошо, только купоны, ничего лишнего. И самое главное, что потратив сюда слитки, мы сразу получим награды в 3 событиях. Это у нас получается будет фестиваль, мы получим тут 730 сюрикенов, это почти 4500 очков. Можно будет взять, например, шисуи целую половину, или там питачи добить до звезд, если вам надо. Следующее событие, это у нас ежедневный возврат расходов. Мы делаем трату, как раз на кошельки забираем все вот эти вот награды. И последнее, это будет временный магазин очков, это будет 7300 очков. И вроде все у нас, ничего нового. На ниндзя арена 3x3 будет Широ у нас. Ни прорывов, ни экспериментов, ничего не ввели, да. И как мы видим, в Канохе тоже наступила зима, у нас тоже выпал снег. Так что с первым снегом, с первого месяца зимы готовимся к Новому году, откладываем деньги, чтобы на Новый год задонатить и стать самыми сильными шиноби в этой сраной деревне. Всем пока-пока и удачи!